отчего молодых, талантливых и красивых журналисток Отчего меня так часто загоняют в рамки ханжеской цензуры? Девчонки, мне в моей колонке запретили писать про секс. Потому что дети читают, потом вырастают и начинают им заниматься. Правильно. Я считаю, мы просто зациклились на сексе. Есть и другие важные темы. Да. Наверное. Мне нужна ваша помощь. Расскажите мне что-нибудь интересное, но не про секс. Да, сейчас, конечно. Я читала. Так, отлично, подожди, не тараторь. Одна моя подруга читала. Что, у крокодилов? У крокодилов. Стоп. Давай уточним, ты же сейчас не про меня и не про Саманту. Нет, нет, это такие будущие зеленые сумочки. Так вот, они ползают, и у них постоянная, непрекращающаяся всю жизнь эрекция. А где ты говоришь, они ползают? Они ползают. Я же попросила не про секс. А я слышала сегодня по радио, это про хоккей. Вот, хоккей — это не секс. Там холодно, и все такие одетые, и без зубов. Где ты говоришь этот хоккей? Дай сюда! Шарлотта, я тебя умоляю, продолжай. Так вот, по радио говорили, что Россия Канаду просто 7-1 по-комиссарски. Я поняла. Без прелюдий. Достаточно, я тебе говорю! Саманта, может, ты? О, нет, 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 нет. Я пас. Меня вчера один крокодил, как Канаду, по-комиссарски. Все, стоп, спасибо большое, написали. Официант, секс, пожалуйста. Тьфу ты, счет.